4 декабря состоятся выборы депутатов Государственной Думы 6-го созыва. Партии, участвующие в голосовании, разместятся в бюллетене в следующем порядке. «Справедливая Россия», «ЛДПР», «Патриоты России», «КПРФ», «Яблоко», «Единая Россия» и «Правое дело». До 9 ноября Центральная избирательная комиссия утвердит текст и форму бюллетеней. По данным избиркома, на 450 думских мандатов претендует более 3000 кандидатов, от Курской области – 42. Об изменениях в избирательном процессе, вступивших в силу в этом году, рассказала председатель избиркома Галина Заика. Для непарламентских партий, вы знаете также, что снижено количество подписей в поддержку выдвижения их с 200 до 150 тысяч подписей. Большие изменения внесены по вопросам голосования вне помещения. По совершенствованию механизмов обеспечения избирательных прав инвалидов. Сейчас ведется подготовка избирательных участков. Всего в Курской области их 1153. Адрес своего участка куряне смогут узнать из приглашения на голосование. Их рассылка уже началась. Подробности можно узнать по телефону горячей линии в Курске 51 33 37 или на сайте Центра избиркома.